Всем привет, ребята! Вы на канале Зизи Кэрри, и сегодня я буду делать обзор влажного корма от Purina One. Сначала мы с вами посмотрим то, что заявлено на упаковке, потом сравним с составом, и в заключение скажу, можно ли кормить этим кошку, или лучше обойти этот корм стороной. Смотрим. Это у нас для взрослых кошек. Вкус говядина с морковью. Смотрим, что у нас тут заявлено. Поддержание естественных защитных функций, здоровая мочевыделительная система, без добавления красителей, искусственных консервантов и ароматизаторов. За упаковку ставлю отдельный плюс. Мне понравится упаковка. Я упаковка-люб какой-то. Так, смотрим. Состав. Мясо, мясные ингредиенты, включая говядину. Смотрите, если вам пишут говядина, это не равно мясо говядины. То есть, смотрите. А вы о чем думаете? Что я сейчас сказала? Наверное, вы предполагаете то, что это не мясо говядины, а мясо другого животного? Я вам сейчас объясню. Смотрите. Скорее всего, в этот корм положили не мясо, а остатки мясной промышленности, то есть от говядины, то есть от коровы туда могли положить, например, копыта, туда могли положить даже эти маленькие волоски, которыми обрастают коровы, то есть, ну, все несъедобные части. Как я всегда говорю, кости, перья, рога, копыта. Также хочу отметить, что дешевые корма сделаны из продуктов категории 4D. Что такое 4D? Сейчас я вам объясню. Смотрите, это аббревиатура от английских 4 слов. Надеюсь, YouTube меня не забанит, если я произнесу эти слова. Ну, они на экране. В общем, эти слова означают также. В общем, как вы уже поняли, это животные, которые отправляются на производство некачественных товаров. То есть вы понимаете, поняли, да? И, соответственно, это низкокачественный продукт. Смотрим дальше. Экстракт растительного белка. Растительный белок – это плохо. Хищнику зачем он нужен? Если кто не знал, кошка – это хищник. Не удивляйтесь. В общем, почему так плохо растительный белок, сейчас я вам объясню. Смотрите, хищникам нужен животный белок. Им нужно мясо, рыба и так далее. А тут растительный белок. Тем более, это может быть кукуруза с пшеницей. А кукуруза с пшеницей я рассказывала о прошлых видео. Простите, немножко запнулась. То есть, понимаете, но нам даже не указано, что это за растительный белок. Это может быть и какие-нибудь овощи с травками. Это может быть злаки. То есть это все что угодно, понимаете? Также не указано процентное соотношение. Рыба и продукты ее переработки. Ну, конечно, нам же этого не хватало. Почему все тут так плохо? А потому что это продукт переработки. Смотрите, продукт переработки – это вещи, которые не пошли на производство людям. То есть что может быть переработано от рыбы? Допустим, знаете, да, продаются такие филе в кляре. Ну, разогрел, и все готово. У тебя филе в кляре. То есть для такого филе, соответственно, берут филе какой-то рыбы. Кстати, нам не уточнили, какая это рыба. Берут филе, ну и как бы, собственно, делают это в кляре. А остатки, то есть это голова, чешуя, кости, глаза. И вот эти все части, это идет на производство. Понимаете? Так, смотрим дальше. Ой, мы тут немножко с вами обошли. Аминокислоты. Это, конечно, хорошо. Это для кошек полезно. Но какие? И сколько миллиграмм? Мне бы хотелось знать. Так. Продукты переработки растительного сырья. Это то же самое, что и с растительным белком. Но только, опять же, продукты переработки. То есть, тоже стоят низкокачественные. Масла и жиры. Какие? Сколько их? Ладно. Минеральные вещества. Это, конечно, хорошо, что вы их туда положили, но какие, сколько миллиграмм, мне бы хотелось знать. Овощи в скобочках морковь. Это, конечно, хорошо, овощи это хорошо, это клетчатка, но вы написали овощи в скобочках морковь, а могли бы написать просто морковь, если бы там была только морковь. Получается, там есть еще какие-то овощи?
ребят, дорогие производители этого корма, я не экстрасенс, я не смотрю битву экстрасенсов, я не увлекаюсь ей, я не пришла на работу экстрасенсом, чтобы угадывать, что вы мне туда положили, в этот корм. Не мне, конечно, я этим кошку свою не кормлю, но другие же люди кормят. Мы с вами обязаны разобраться, что нам туда положили. Так, сахара. Нам же еще и этого не хватало. Это еще хуже, чем даже рыбы и переработки. Смотрите, сахар - это углевод, но это вредный углевод. Он может быть безопасен для человека, но для животных, то есть кошки. Для них он может быть мега-супер опасен. То есть, смотрите, сахар, во-первых, он плохо влияет на поджелудочную и на десны с зубами. Десны плохо пахнут. У вашего животного изо рта плохо пахнет. Зубы просто гниют, вываливаются. Над этим смеяться не нужно. Это, правда, очень страшно. То есть, понимаете, да? И на поджелудочную вред. В накопительном эффекте приводит к сахарному диабету. Пока еще не поздно. Тяжесть, боли в животе и, возможно, диарея у кошек. Так, что тут у нас еще есть? Что нам туда положили? Загустители. Какие? Витамины. Какие? Сколько миллиграмм? Но спасибо, что положили. Так, витамины. Смотрим. Витамин А, витамин Д, витамин Е. Железо, йод, медь, марганец, цинк, таурин. Классический набор для кормов эконом-класса. В общем, ребятушки, быстренькое заключение. Это, как мы с вами выяснили, корм эконом-класса с претензией на премиум. Где-то пишут, что это премиум-класс, а где-то пишут, что и вовсе супер-премиум. Но это у нас с вами именно эконом. Понимаете? Кормить этим кошек я крайне не рекомендую. Сама этим не кормлю и вам не рекомендую. Простите. Тут у нас написано с вами «Здоровый питомец сегодня и завтра». А послезавтра, а послепослезавтра, а через год, через два. Все, уже не здоровый? Ну ладно. В общем, девочки, с такими кормами можно сделать только вот так. Ну а на этом все, ребятки. Всем пока. С вами были Зиги и Кэрри и хозяйка Аня. Всех целую, всем пока.